Для Антона Чеванова возможность выйти на улицу не пустяк и совсем не малое дело. Долгое время это было настоящей проблемой. Чтобы вывести инвалидную коляску с третьего этажа, нужно было четверо, теперь достаточно двух помощников. Молодой человек обратился в общественный совет микрорайона «Прибрежный». Дело не стали откладывать в долгий ящик и своими силами установили пандус. Свободный доступ на улицу – это всегда плюс, чем дома сидеть в четырех стенах. Было бы неплохо, если было бы на улице спортивная площадка, выйти на свежем воздухе, позаниматься, отдохнуть с друзьями. В маленьком поселке Прибрежный проживает еще несколько инвалидов-колясочников. Во всех подъездах для людей были установлены пандусы. Чтобы помочь инвалиду, не нужно больших денег. Нужно подойти к проблеме с умом и просто хотеть ее решить, говорят в общественном совете микрорайона. Во-первых, эта кампания не разовая. Мы бы не хотели это делать вот так на показательный план, допустим. Это начало нашей работы, начало нашего совета. Теперь появляется так, ну, на более качественный уровень хотят. Где-то надо, ну, вот есть дорожка не совсем удачная на парусной 30. Просят, ну, видимо, ее починить каким-то образом. Пока лето, еще люди такие, ну, с ограниченным движением могут выходить на улицы. Это пока сегодня. Но теперь появляется вторая задача для этих людей, значит, просьба о трудоустройстве. Просьбу о помощи в поиске работы взяли на карандаш и обещали даже в маленьком поселке найти подходящие вакансии для людей с ограниченными возможностями передвижения. Именно такой близкой и оперативной должна быть власть в рамках реформы местного самоуправления. Следующий ее шаг – выборы в районные советы депутатов, в которые войдут активные люди труда. Команду созидания самарцам предстоит сформировать 13 сентября. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.